Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Це програма «Розмова на тему». Сьогодні ми присвятимо нашу зустріч розмові про діяльність Миколаївського обласного краєзнавчого музею і, зокрема, поговоримо про виставку пам'яті Михайла Терновського. У мене в студії шановні гості пані Ірина Гудим, книговидавець, і пані Наталя Гаркуша, старший науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Я рада вітати вас, пані, у нашій студії. Доброго дня! Добрий день. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до розмови про роботу музею, про виставку, про самого Михайла Терновського, я пропоную подивитись відеоматеріал, присвячений відкриттю виставки, а після цього повернемось до нашої студії. Отже, дивимось сюжет. Близько 60 картин краєвидів нашого міста у цьому залі представили миколаївські художники. Митці присвятили свої роботи нашому миколаївському письменнику, яхтсмену та водолазу Михайлу Терновському. Миколаївський художник Володимир Пустильник розповів, що познайомився з Михайлом Терновським ще в кінці 90-х. Митець згадує, що його давній знайомий мріяв створити осередок для творчої інтелігенції на власній дачі в селі Костичі, та не встиг. Тепер же організацією пленерів та виставок займаються друзі письменника, які створюють полотна про рідне місто. А взагалі стараємося шукати мотиви, звісно, такі, які особо загалом і не особо відомі. Еще не освещенные, так сказать, публики. Какие-то дворики, какие-то уголки такие уютные. Традиційний пленер пам'яті автора книг «Історії яхт-клубу», подорож на ікарі в Америку та назад відбувся в травні минулого року. Зараз в старофлотських казармах поряд з картинами художників можна побачити особисті речі Терновського. Наверное, каждому событию должно быть определенное время. Вот это время пришло. И вот когда Лариса Анатольевна Терновская, хранительница семейного архива и вообще теплоты этого дома, решила передать материалы домашнего семейного архива в областной краеведческий музей на постоянное хранение, мы, конечно, не могли отказаться от этой идеи. Для самой же Ларисы Терновской особливо ценно, что инициатором пленеров и выставок, которые проходят щорічно, є друзі її покійного чоловіка. Я, как всегда, в восторге, потому что я знаю художников, я их люблю, они мои друзья на сегодняшний день, и их работы мне тоже родные. Подивитися на результаты травневого пленеру пришли и дорослі, и малеча. Картины красивые. Мне понравились картины тут и вещи. Особисті речі Михайла Терновського, його документи, книги та фото зберігатимуться в колекції обласного краєзнавчого музею. Та в подальшому можуть бути представлені в експозиціях з культури та історії міста. Отже, як ми могли переконатись, виставка пам'яті Терновського – це такий симбіоз. Це і експонати, які розповідають нам про життєвий шлях Михайла Терновського, це і картини його друзів-художників, і це взагалі, можна сказати, розповідь про взаємодію дослідника, письменника, члена Союзу журналістів Михайла Терновського і художників, тобто поєднання кількох напрямків одразу. Михаил Владимирович Терновский – это целая планета, потому что это человек, который великолепно знал и любил, очень любил этот город и отдавал ему просто часть своей души. И то, что он сделал, он еще был жив, и он создал этот пленэр при его жизни первый раз. Художники собрались на его даче в Косточек. Это Баштанский район, километров 60 от города Николаева. И каждый год мы собираемся в мае месяце на свежую зелень порисовать в Косточек пейзажи. Там замечательные места, великолепный дендропарк. Но в этом году мы решили отойти от стандарта, от того, что было каждый год. И художники остались в Николаеве. Но Лариса Анатольевна Терновская поддержала все равно этот пленэр. Мы все вместе собирались. Это, в общем, достаточно большая ее работа была проделана для того, чтобы все это собрать воедино. И три дня художники с наслаждением отдавались упоению и рисовали с удовольствием город Николаев. И вот по итогам этого пленэра выставка переместилась в краеведческий музей, потому что на самом деле, как сказала моя коллега, подруга,
даже Каркуша, что пришло время рассказать побольше о Михаиле Владимировиче. И тем, кому будет интересна его личность, он сам, вы сможете большое количество материалов интересных, собственных из его домашнего архива вещей посмотреть, потому что музей очень широко и очень профессионально представил Михаила Владимировича как личность. И вот такое соединение очень красивое у нас получилось. Выставка, по-моему, удалась. Было очень много в самый первый день открытия людей. И мне кажется, что она еще будет месяц, да, месяц жить, больше даже там, до 15 апреля. До 15 апреля эта выставка будет доступна для посещений. И вы сможете прикоснуться и к той личности, как Михаил Владимирович, о нем узнать побольше, и увидеть замечательные, неординарные работы художников. Это замечательные вообще творцы, потому что то, как, с каким упоением и как они предоставили работы на выставку, вы сможете убедиться только сами, потому что это и Михаил Кузьминых, и Маркитан, и Рустам Мирзоев, Леонид Ященко, Вадим Пустыльник, Юрий Дзинтерс, Николя Розин, Инна Мяла. И такая плеяда, я боюсь кого-то пропустить, забыть, обязательно. Словом, целая плеяда. Целая плеяда замечательных. Александр Ипатьев, целая большая серия Леонида Ященко картин прекраснейших. И они дают такую красивую и теплую атмосферу этой выставки, что, по-моему, Краеведческий музей расцвел такими невероятными красками. Ну, об этом уже. Так, пані Наталю, хотілося б більше поговорити власне про експозицію, про ті речі, які були передані до музею Ларисою Терновською, і про власне саму історію цієї експозиції трохи. Виставка відкритась вот совсем недавно, 9 февраля, буде работать до 15 апреля, то есть у жителей нашего города достаточно времени для того, чтобы побывать в нашем музее. Мы очень благодарны тому, что знакомство с Ларисой Анатольевной Терновской состоялось. Она сама очень интересный человек, хранитель домашнего архива, хранитель традиций семьи. И когда она приняла решение о том, чтобы материалы, которые хранятся в домашнем семейном архиве Михаила Владимировича, она решила передать на постоянное хранение в областной краеведческий музей. Частично материалы только для выставки, но большая часть будет в музее храниться всегда. Это очень важный шаг, это поступок настоящего патриота нашего города, потому что не только в настоящее время, но пройдут годы, можно будет возвращаться к этой теме и говорить об интересной семье. Лариса Анатольевна передала документы, фотографии, значки, награды, личные вещи, то есть очень интересный комплекс. Поэтому, когда мы монтировали вот эту часть нашей экспозиции, нам удалось показать и родительскую семью. Коренные николаевцы, Терновские и Поляковы, это девичья фамилия Ларисы Анатольевны, жители военной Слободки, Владимир Александрович Терновский, отец Михаила, участник Великой Отечественной войны, опытный водолаз, он очень много лет работал в Черноморьехфлоте, это отразилось и на быт семьи, потому что кроме того, что жили подолгу в Николаеве, в родном городе, по служебной необходимости жили в Новороссийске, Херсоне, Каховке, Одессе. И Михаил, родившись в Николаеве, все-таки часть своего детства провел в причерноморских городах и в 1957 году пошел в первый класс в Новороссийске. А когда семья вернулась в Николаев, он учился в средней школе номер 12. Вот эти материалы представлены в нашей экспозиции. Мы хотели показать, как родительская семья формировала личность сына. Отже, Михайло Володимирович теж обрав шлях? Да, выбрала профессию.
профессию отца, очень теплые отношения были в семье, что и определило его дальнейшее отношение в целом к людям и к своей семье с Ларисой Анатольевной. После окончания школы Михаил учился в очень таком престижном городском учебном заведении. Это Николаевская мореходная школа. Он получил специальность моториста, распределился в Новороссийское пароходство, а оттуда в 1968 году уходит на Северный флот. Служили тогда 3 года в поселке Полярном под Мурманском. Эти материалы тоже отражены в экспозиции. У моряков замечательная традиция хранить ГЮИС с адресами своих друзей, хранить какие-то еще другие предметы, касающиеся флотской службы, в том числе очень большой комплекс фотографий наших посетителей могут увидеть в экспозиции. В 1972 году, то есть уже после службы, когда Михаил вернулся в родной город, он работал на заводе имени 61-го коммунара, и в этот период состоялась такая знаковая встреча в его жизни. Он встретил Ларису Полякову, хотя по школе они учились в одной школе, но из-за разницы в возрасте в школе знакомы не были. И 16 сентября 1972 года состоялась свадьба и осуществилась мечта Михаила. Рядом с ним добрая, любящая, замечательная жена. Это тоже отражено в нашей экспозиции. Лариса Анатольевна по образованию экономист. Она много лет работала в Николаев ювелирторге, потом в морском порту. А вот свободное от работы время семья с удовольствием проводила в путешествиях. Туристы, велопроходы, проезды такие, да, потом просто пешие проходы, и в горы ходили, и Советский Союз практически объездили. А когда появилась возможность, в 90-е, 2000-е годы Лариса Анатольевна и Михаил Владимирович побывали в 17 странах мира, что тоже, в общем-то, говорит о том, насколько это интересные люди, открытые для общения, для мира. Это их особый дар. Дуже захоплені люди. Да. Следующий раздел экспозиции посвящен истории яхт-клуба, то, чем Михаил Владимирович увлекался, знал спортсменов, тренеров. Сам он кандидат в мастера спорта по подводному плаванию и тоже осуществил еще одну свою мечту. У семьи своя яхта «Калипсо». Это тоже вот такая долгая была, такое желание, которое осуществилось. И затем Михаил Владимирович мечтал пересечь океан. В 2000 году он вошел в состав экипажа яхты «Икар». Капитан неизменный Борис Степанович Немиров пригласил его принять участие как водолаза, как яхтсмена, спортсмена. Это была трансатлантическая регата «Рейс 2000», организованные ассоциации парусных учебных судов, и через Атлантику до Бостона вот вместе с экипажем Михаил Владимирович дошел. Там состоялась встреча с представителем украинской диаспоры. В течение 10 дней он проживал в семье Татьяны Михайлик-Давильон, которая с удовольствием принимала членов экипажа. Затем перелет в Амстердам, возвращение в Киев, Николаев, и путевые записки стали основой книги, которая все 4 книги Михаила Владимировича представлены в нашей экспозиции. Про книги Михаила Володимировича трохи згодом поговоримо, а зараз хотілося б ще декілька слів про нього, як про патріота Миколаєва. Все ж таки, незважаючи на таку відкритість світу, таку любов до подорожей, а це любов, яка не минає, все ж таки він зберіг в своєму серці і багато часу присвячував рідному місту. Это в самом деле так. Не случайно выставка названа строкой из книги Михаила Владимировича «Да прибудут наши берега крылаты парусами». Он действительно собирал материалы по истории города, по истории яхт-клуба, кораблей, людей, домов. Лариса Анатольевна рассказывает, как часто он приглашал ее на прогулки по старой части города, знал о людях, о домах, об архитектурных стилях. И не случайно в экспозиции представлен аншлаг уличный. Табличка улица Конопатная, найденная Михаилом Владимировичем. Такие таблички были в 20-е годы на украинском языке названия. И он так бережно ее хранил, оформил на деревянной основе. Мы тоже ее показываем. В его личном архиве набор открыток разных лет. Виды нашего города в 50-е, 60-е годы и современный Николаев. Это тоже отражено в экспозиции нашей. И, как я обещала, поговорим трохи про книги Михаила Терновского.
Одна з них сьогодні є на нашому столі. Я попрошу вас, Ірину Олександрівну, показати її. Я покажу ту книгу, яка ще доступна для читателів. Вона є в продажі, вона є ще на полках видавництва. Но всі книги, які виходили до цього, вони мгновенно становились бестселерами. Так и «Путешествие на Икаре в Америку и обратно», так и истории яхт-клуба. Это эти книги, которые очень быстро, мгновенно разлетелись. И когда открываешь и начинаешь читать любую из его книг, ты беседуешь с Михаилом Владимировичем, потому что очень слышно его интонация, его голос. Через каждую строку, вот если хочется поговорить с Мишей, достаточно открыть любую из его книг, и вы услышите, какое тонкое чувство юмора, какая большая любовь к городу, к тому, что он делал, знания, истории потрясающие. Он великолепный был рассказчик, и вы знаете, они с Ларисой Анатольевной прожили такую красивую, замечательную жизнь. Просто очаровательно, потому что вся их жизнь была пропитана большой-большой всеобъемлющей любовью. Любовью не только к жене своей, которую он бережно очень ценил, очень уважал, он прислушивался к ее мнению. Я мало знала семей, у которых такие чуткие, тонкие взаимоотношения были. И любовь к природе. Потому что тот дендропарк, который он насадил в Косточах, он собирал по всему миру саженцы, он привозил из всех путешествий какие-то необычайные растения и высаживал у себя в Косточах. Любовь к всему, что окружало, к искусству. Он восторгался художниками. Он был ими очарован, и он так мог преподнести людям, которые совершенно не знают и не понимают искусства, поставить человека возле картины и рассказать о ней так много и так красиво, что тот, кому он рассказывал, не мог потом эту картину оставить, чтобы она не принадлежала ему. Таким образом, он совершенно на каких-то таких душевных порывах он смог помогать художникам нашим продавать картины, потому что большинство художников, они, в общем-то, не обладатели больших богатств, так, если мягко сказать. Вот Михаил Владимирович, он просто их опекал и помогал им эти картины не просто пристроить, а подарить им другую жизнь, и чтобы владельцы дорожили тем, что они приобрели. Вот это было очень здорово. Зараз я думаю, що наші глядачі змогли переконатися, наскільки дійсно багатогранна, талановита в усьому людина був Михайло Терновський. І я знаю, що краєзнавчий музей регулярно робить виставки, присвячені пам'яті видатних миколаївців. Виставка пам'яті Михайла Терновського, нагадаємо, триватиме ще до 15 квітня, а готуються вже і наступні виставки. Правда ж, пані Наталю? Да, это в самом деле так. Дело в том, что несколько лет тому назад научный коллектив нашего музея принял решение создать серию выставок под названием, общим названием «Николаевские родословные». Еще когда музей находился в здании под декабристов 32 в нашем старом корпусе, такая первая выставка о семье Степановых прошла. Затем в прошлом, 2015 году, была выставка картин и личные вещи также были представлены Андрея Даниловича Антонюка, народного художника. Выставка пользовалась большой популярностью. Нужно сказать, что вот выставка, о которой мы сегодня говорим, памяти Михаила Терновского, в общем-то, тоже только несколько дней прошло, однако с удовольствием приходят горожане. И уже были группы из студентов исторического факультета университета имени Сухомлинского. А сейчас в активный монтаж вошла выставка, которая будет посвящена семье Николаевского издателя,
писателя Валерия Анатольевича Карнауха. Елена Владимировна Пономарева, заведующая экспозиционным отделом, много поработала с родителями Валерия Анатольевича, братьями, женой, дочерью. Собраны тоже личные материалы, и вот эти материалы и будут представлены на новой выставке. Я не буду раскрывать, как она называется. Это будет поэтическая строка Екатерины Голубковой. Монтаж идет, открытие планируется на 1 марта. И мне кажется, вот Ирина Александровна тоже должна сказать несколько слов о коллеге, о человеке, который много сделал для развития книгоиздательства в нашем городе. Ну, пионером всегда очень сложно быть. И вот Валерий Анатольевич, он взял на себя такую замечательную миссию. Он был первым человеком, который начал публиковать широко исторические материалы о городе Николаеве. И самая большая его любовь к археологии и огромное количество материалов, которое было создано в издательстве Валерия Анатольевича, это вот благодаря ему, и вот дай Бог ему светлой памяти и продолжение всего то, что он делал, потому что его братья, его коллеги, они продолжают эту деятельность. И я хочу сказать, что благодаря ему было много проектов. Много замечательных проектов сделано в этом городе. И это подняло такую большую общественную волну. Это и памятник святому Николаю, это проект «Горожанин года». Это все были идеи, их просто очень много, и озвучивать. Я думаю, что обо всем этом вы сможете более подробно узнать на этой выставке. Вы для себя откроете очень многогранную, поэтическую, красивую душу Валерія Карнауха. Ми ще в першу чергу ми знаємо Валерія Карнауха як видавця. Да, потому что ну, у него очень богатая жизненная судьба. Теперь будем чекати на відкриття цієї виставки. Виставка пам'яті Михайла Терновського і пам'яті Валерія Карнауха пройдуть паралельно, тобто вони не будуть представлені в одному і тому залі. Да, вони в різних залах. У нас зараз працює 3 виставочних зали, і от паралельно на второму, першому этажах виставочних залах пройдуть ці виставки. І мені кажется, вони одинаково будуть цікаві жителям міста, никак не мешают друг другу. И круг общения тех людей, с которыми Михаил Владимирович, Валерий Анатольевич общались, он, в общем-то, один. Это городская интеллигенция, это творческая интеллигенция, это писатели, поэты, художники, музыканты, люди, которым не безразлична судьба нашего города. Что ж, эти выставки, безумовно, мають зацікавити всех, кому не байдужа история Миколаева и миколаевцев. Але на останок хотелось бы поговорить еще буквально несколько слов про роботу музею, яка орієнтована на молодшу аудиторію, яка орієнтована на вивчення традицій, свят традиційних для нас, адже не так багато часу мине і настане весна, а разом з нею Великдень. В самом деле так, совсем быстро прошло то время, когда музей переехал на новую территорию. Мы не успели оглянуться, и уже 4 года музей находится в здании Старофлотских казарм по набережной 29. У нас работает постоянно действующая экспозиция, это 18 залов, темы которых обращены к николаевцам. Можно познакомиться с природой, природными возможностями нашего региона, а также с историей края с глубокой древности до сегодняшнего дня. Очень активно работают различные программы, которые ориентированы на школьников и студентов. Особенно это актуально в учебное время. Мы проводим не только обзорные экскурсии, но и тематические занятия на самые разные темы. Ну а что касается весенних праздников, то здесь тоже традиционно будут работать мастер-классы. Пройдет 4-й областной конкурс «Барвиста Песенка». Будут приглашены учащиеся общеобразовательных школ, творческих коллективов, объединений. Пройдут мастер-классы в самом музее. Возвращена программа, которая пользуется большой популярностью у николаевцев. Она называется «Папа, мама и я. Музейная семья». То есть ребята, особенно в выходные дни, вместе с папами, мамами, представителями старшего поколения семей, могут посмотреть экспозицию музея по 3 маршрутам. Это для самостоятельного ознакомления. Вот так, чтобы в семье была традиция бывать на выставках, в музеях и вместе, в общем-то, обогащаться историей, культурой нашего края.
дякую. Я дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із пані Іриною Гудим, книговидавцем, і пані Наталею Гаркушею, старшим науковим співробітником Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Дякую, що завітали до нашої студії. Багато цікавої інформації пролунали в нашому ефірі. Сподіваюсь, що наші глядачі почули саме ті заклики, саме ту інформацію, яка стане їм у нагоді, і незабаром завітають до музею, щоб познайомитися з тими виставками, які ми сьогодні і висвітлили. І я дякую вам, шановні глядачі, за те, що ви були з нами протягом цього ефіру. Нагадую, говорили ми про діяльність Миколаївського обласного краєзнавчого музею і про видатних миколаївців, пам'яті яких і присвячено зараз та буде присвячено найближчим часом виставки. Триває виставка пам'яті Михайла Терновського, і незабаром відкривається виставка Валерія Карнауха. Тому стежте за інформацією щодо музею, приходьте у музей і будьте освіченими. На все добре!